все-таки омская минералка-то получше будет. А это фрутоняня, вообще не пойму, что это такое. Вода детская. Интересно, а кто-нибудь может сказать, чем детская вода отличается от взрослой? Ну, так-то вообще разобраться. Фрутоняня, детская вода, не газированная, не в высшей категории. Твою дивизию, вода высшей категории. Не, ну это, видимо, люди, которые в воде-то рубят, разбираются. Вообще, ребят, планировал в этом видео поговорить о счастье. Но тут вот вода подвернулась. Вода – это еще одна позиция, которую я осмысливал. Стоит ли ее выносить вообще на обсуждение или нет? И вообще, достойна ли она того, чтобы поговорить об этом в мужской комнате? С одной стороны, а что о ней говорить, тем более мужикам? А с другой стороны, ну, шибко интересная субстанция и необыкновенная. Это это как раз из серии о том, что мы видим каждый день, а уже привыкли. То есть, вот имея, не ценим, а потеряв, плачем. Как много веществ вы можете назвать, которые одновременно могут находиться в трех разных состояниях, не меняя своей физической сути, сущности? Жидкое, твердое, газообразное. Три агрегатных состояния. А ну-ка попробуйте такое сделать, допустим, ну с чем-нибудь. Ну, а вот хрен там, не получится. А у воды получается. А вот еще пример. Вы когда-нибудь одинаковые снежинки видели? Ну так, просто ради прикола. Я нет. Когда вы идете зимой, а вам на голову сыпется снег, это красиво. И никто из нас даже не думает, совершенно даже труда себе не дает задуматься, что каждая, буквально каждая, любая из миллиардов снежинок неповторима. Она совершенно разная. Точно так же, как отпечатки пальцев у человека. Это ж просто одуреть. Земля, если ее взять, по сути это большой шар. А мы когда-нибудь думали, что вся вода на Земле, которая есть, это по сути вот от площади Земли, я уж там не помню сейчас, но можно в Википедии посмотреть, порядка где-то 70%, и всего лишь там 30 сколько там процентов это суша. Я могу там чуть плюс-минус ошибаться, но не суть, идею вы поняли, воды все равно больше, она большую площадь занимает. Сам человек, возьмите его, на сколько процентов он состоит из воды? По-моему, 70 или 75, сколько? Да дофига. И то, что вы в туалет каждый день ходите, но это как бы ни о чем не говорит. Все равно процентовочка-то нормальная. Нормальный человек, ну, в смысле как, нет, не то чтобы нормальный, не так, неправильно. Правильно, если будет, когда человек ежедневно выпивает до 4 литров воды. Чтоб вот это крутилось. Я так не делаю, я столько не выпиваю, это плохо. Ну, организм, наверное, так думает. Я-то не замечаю. Я пью, когда мне хочется и сколько хочется. Но 4 литра я точно не набираю. Это мне жена сказала. Не знаю, где она эти цифры взяла. Вода – это как магнитофонная пленка. Она может записывать информацию, она может нести информацию. Кто из нас знал об этом? Я – нет. А вот совсем недавно напоролся на материал, я просто подофигел. И причем не только в твердом, в жидком состоянии тоже. А в твердом нет, в твердом она точно не может, в жидком записывает, да, в жидком. Вот смотрите, я каждый раз удивлялся, а вот почему в маминой комнате, вот мы с мамой вместе живем, вода какая-то другая, она вкуснее. Но мне всегда так казалось, но потом-то оказалось, что это да, на самом деле. А когда стал прокручивать, она же в маминой комнате стоит. А у Лариски мама мусульманка, ей 84 года, а у мусульман свои традиции, свои правила. То есть намазы, вот эти читания молитв, это ты драный сраный, да хоть какой, никого это не волнует. Вот это твой уклад жизни, и они его тщательно соблюдают. Ну, многие из них стараются, во всяком случае. Ну, а если учесть, что мама 30-х годов выпуска, то есть она как бы старой закалки, плюс у них в семье еще мала была, но и мама сама там молитв-то знает немало, у нее там на арабском всего написано, она, естественно, все это соблюдает и, естественно, читает эти молитвы, не по разу в день. А вода все это слышит, а вода все это пишет.
Как вы думаете, в храмах откуда появляется святая вода? Из-за того, что какой-то дядька подошел туда, серебряный крестик засунул? Нет. Молитва. Молитва. Намоленная вода, святая вода. Она приобретает совершенно другую структуру. Она становится совершенно другой. И в принципе-то я говорю сейчас не о каких-то таких, знаете, забубенных, недоказуемых вещах. А порывшись в интернете, вы сами найдете тому подтверждение. Просто видите, вода ее свойства, вода ее необыкновенные свойства, и на вас только насыпется. Если вы не сможете найти нужный сайт, вы в Гугле или где там еще поищите и нажмите в картинки. И когда вы увидите картинки, допустим, фотография замерзшей воды, ну, льда по-нашему, там можете найти этот материал. Смысл в чем? Вода, имея свою структуру и воспринимая внешние колебания, если они положительные, если они несут, я думаю, что добро, доброе слово, какую-то позитивную энергию, она все это воспринимает, и молекулы ее перестраиваются. Решетка перестраивается. И если вот такую воду достаточно долго на нее воздействовать, она уже становится совершенно иной. Та комната, то помещение, где много хорошего, много доброго произносят, и если вода там долго стоит, она сама по себе энергию позитивную несет. В маминой комнате вода тоже святая. Только мы, наверное, себе отчеты в этом не отдаем. Проверить очень легко. Берется та вода, которая, вот, допустим, подвергалась какому-то определенному воздействию звуковому. Допустим, вот три комнаты взять, вот в этом, ну, естественно, изолированные, чтобы они не смешивались. В этой, допустим, играла или добрая музыка, или читались молитвы, или слова любви произносились, или кто-то говорил о добром, или еще что-то. Это одна комната. Возьмите другую комнату, какая-то агрессия, рок-н-ролл. Кто-то ругается, кто-то кого-то ругает, кто-то расстроенный кричит, кто-то плачет. Ну, вот такая вот негативная энергия, пускай будет это. И возьмите, допустим, третью комнату, где просто играет, какая-то нейтральная, совершенно спокойная музыка. Такая, знаете, в миноре, там New Age, что-нибудь такое. По прошествии определенного времени все три сосуда быстро заморозьте. А потом принесите под микрофон и посмотрите. То, что вы увидите, вы просто офигеете. Первая фраза, которую вы произнесете, этого не может быть. Да, ребята, я сам так говорил. А это может. Это может. Вода из-под крана, я ее очень люблю. Я ее чертовски люблю. И даже не перестал любить после того, как я узнал, что это за вода. Она не живая. И дело не в той хлорке, и дело не в тех химикатах, которые могут к вам попасть после очистной станции. Нет. Дело в том, что вся эта вода, она проходит по трубам. А вода – это энергия живой природы. Вода – это нечто созданное Вселенной, Господом. Да назовите, как хотите. Это произведение искусства природы. И она не терпит прямых углов, потому что в природе этих углов не бывает. Под 90 градусов в природе нет ничего. А воду загоняют искусственно во все это. Вот во все вот эти вот там трубы. Вот во всю вот эту вот хренотень. И прежде чем вы откроете кран, она какое-то время там находится. Она там внутри и все пишет, все записывает. Так вот ученые это тоже сделали. Они взяли, набрали воду из-под крана, заморозили и потом сфотографировали под микроскопом. Ребята, я охренел. Такое ощущение, что это нефть какая-то, такая она вся черная, такие все кристаллы какие-то, смотреть противно было. Почему я ее люблю, я не знаю, может быть, мне вот этой энергии не хватает. Шучу. С водой связано много всего интересного и много-много всего. Добавьте к этому хотя бы то, что мы уже и на космос заглядываемся, и куда-то там лезем, а про океан практически нифига-то ничего и не знаем, особенно там, где поглубже. Человек максимум куда достиг, это сколько? 150-200 метров, это так, более-менее, где-то можно полазить. Понятно, на Марианскую, на дно Марианской падины тоже опускались, там батискафы, то сё, пятое, десятое. Ребят,
Давайте не путать активное освоение и то, что там человек на батискафе там спустился своими щупальцами, что-то подсветил, селедка вон там яйцами так тырт сверкнула, убежала и все. И что? И что он узнал об этом? Что? Увидел, как какая-то рыбина ему там показала? Ну да, был там человек. Ну а что узнал-то? Да нифига. То есть об океане мы не знаем еще ничего вообще совершенно. В воде много, много всего интересного. Ну вот, хотел поговорить о счастье, поговорили о воде. Не знаю, наверное, уже темой счастья не буду это видео как-то комкать. А давайте уже, наверное, о счастье. Что это такое, где его искать и как его можно сделать своими руками. Поговорим уже в следующий раз. Пускай это не совсем обычное видео для мужской комнаты, но тем не менее, я думаю, что в конце концов мы же с вами взрослые люди, можем говорить на разные темы, а не только о бритье, о паре, о женщинах, об алкоголе. Кстати, тоже интересная тема. Но это так. Все, ребята, хорошо вам отдохнуть. Видео это записал заранее, поэтому в пятницу вы посмотрите как надо. Постараюсь его поставить так часиков на 9 по омскому. Это 18-17.00 по Москве. 18-18. Ну и хорошо отдохнуть, под пивасик там, то есть стрима, наверное, не будет на этой неделе. Чуть-чуть оклемаюсь после последнего, что-то как-то еще не совсем отошел. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. И почаще обращайте внимание на то, что вокруг. Очень много интересного. Мы просто проходим мимо часто, а так-то есть на что посмотреть. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал.